И заходим вот в эту третью закладочку. Third Party Products. Мы сюда зашли. И прежде чем я вам покажу продукцию, и то я вам все будет закрыто, потому что если вы подписывали договор, вы должны были его перечитать, перевести на русский язык, и по политике компании вы не имеете права показывать товары. Но я покажу там один товар или, может быть, два, для того, чтобы вы поняли, как выбрать именно правильный товар, который будет, по крайней мере, по всяким статистикам и графикам, должен даже, скажем так, продаваться. И посмотрим товар, который будет плохой, и его продать будет сложнее. То есть он может в первый месяц не продаться, потом продаться в другой месяц и так далее. Что нам вообще понадобится для этого дела? Какие инструменты? Ну, самые простейшие и по советам вот людей, кто уже торгует на Амазоне, это у нас, ну, сайт самого Амазона, amazon.com. Вот так он выглядит. И здесь у нас вот как раз главная страница. Вот эти вот все товары находятся. И сайт у нас Google Trends. Вам нужно выбрать Америку, потому что мы будем торговать именно с американцами, ну, торговать будем товарами в Америке и продавать именно американцам. Потому что все площадки вот эти вот, они, ну, можно другие в регионы выбрать, но товар будет продаваться именно в Америке. Кроме Аляски и кроме там есть тоже всякие места. Это вот было как раз. Теперь вот у нас вот здесь вот мы выбираем Соединенные Штаты. Вот у нас этот инструмент нам понадобится и сайт Амазона. Теперь мы переходим на спинборд, и вот в этой третьей закладочке, смотрите, вот переходим сюда, поехали, вот они все товары, которые у нас здесь представлены. Сейчас вы их не видите, но я вам показываю, как здесь все происходит и какие здесь есть главные менюшки. Ну, во-первых, вот здесь вот, видите, зеленое заполнилось, то есть товар уже полностью купили. Вот кто-то из или моей команды, или неважно кто. Но не надо накидываться на первые товары. Вот это мой совет. Потому что вы можете просто купить товар и за месяц его не продать. Потому что он будет в Америке не в тренде, и просто вы будете его долго продавать. И в конечном итоге... Хотя компания уверяет нас, что все товары, они проходят отдельную такую калибровку и потом попадают сюда именно, которые товары в тренде. Но все равно есть там, я говорю, много факторов, от которых зависят ваши продажи. Вот смотрим вниз. Вот это у нас первый лист. Вот здесь у нас количество товара. Какое всего, а вот здесь вот количество, сколько, ну, человек его купило. Вот здесь вот все заполнено, видите, зеленое, значит, все заполнено. Ну, на первые листы нет смысла заходить, потому что все уже куплено. Видите, вот здесь на втором листе купили эти товары, всего 71 человек, 71 товар, точнее, купили из 144. Вот как можно посмотреть. И вот здесь вот цена за товар. 54 цента, 45. Вот можно по страничкам полазить и посмотреть то, что вам понравится. Вот выбрать, вот видите, вот кепка. Вот кепки как раз, кстати, или что это, Аня, это сумка-холодильник. Я думаю, зимой она особо не актуальна, поэтому я не знаю, кто купил. Вот эту вот шапку тоже она пользуется популярностью. Я смотрел видеообзор, вот как раз эту шапку... ее покупали и выставляли на продажу за 10 долларов, купили за 45 и выставляли за 10, потому что она как раз на Амазоне. Ну, вот можно посмотреть просто даже. Вот мы копируем просто это название, смотрите, переходим на Амазон и смотрим цену. Вот смотрите, она здесь, кепки идут от 5,42 до 20,95. Вот 10,69, 6,89. Но не смотрите, то есть на самые маленькие цены это абсолютно не важно. Здесь можно продавать, вот выбрать какую-то
среднюю арифметическую. Вот 29,99, 16,99, 29,99. Смотрите, какие шапки. И эту кепку можно смело выставить там, за 10-15 долларов с наценкой. Вот компания ее, не знаю, за сколько она там цену фиксированную ставила, можно еще плюс 25-30% сверху сделать. Ну, смотрите, я сейчас на 20-м листе, ну, я тут пролистал уже 20-30 листов и кое-что подобрал. Вот я не знаю, правда, есть это в наличии, но просто на этом примере я вам сейчас покажу, что я лично буду приобретать. Сейчас перейдем на вот 17-й. Видите, сколько здесь товаров, просто миллионы этих товаров. И вам просто нужно подобрать такой на ваши деньги, которые вы вложите, по 15 видов каждого товара. Вы можете не сразу все, прям вы внесли деньги, там 75 долларов и 150, и сразу ринулись все покупать и выставлять на продажу. Каждый день вот проделывайте те действия, которые показываю вам я. Вот так, ну вот я как раз нашел то, что я хотел купить. Точнее, даже вот единственный товар, который я покажу из списка, чтобы вам было понятно, как нужно правильно сделать так, чтобы этот товар посмотреть, будет он у вас продаваться, по крайней мере, по каким-то графикам, по статистикам. Вот вы копируете вот это вот название, ну, скорее всего, до 36, вот даже не 36, а вот это вот название, и переходим на Amazon. Вот здесь вот видите, этот товар стоит 57 центов. Переходим на Amazon. Вы его покупаете, 15 штук вы его можете купить. Ну, к этому мы перейдем. И смотрите, сколько он продается на Амазоне. 12,97, 10,99, 11,66, 6,99. Там бла-бла-бла. Вот, короче, цена. Вот и 24,95, и 29,27, и 16,95. В общем, где-то 10 долларов тире 12 мы можем поставить, и он в легкую будет продаваться. Но это не главное. Смотрите, вторая часть, что мы должны сделать, чтобы убедиться, что товар, по крайней мере, должен продаваться. Это зайти как раз в Google Trends и вставить сюда вот этот вот наш товар. И посмотреть статистику, вообще в тренде товар или нет. Вот видите график, как идет. Февраль. В феврале график идет вверх, то есть до марта этот товар продавался. Потом до апреля, вот до апреля был спад, то есть товар этот можно было не покупать, он не продавался. Потом прошло до сентября. В сентябре вот столько месяцев был спад этого товара, и он не продавался. Потом в октябре опять график пошел вверх, и товар продавался. Потом немножко вниз до декабря 2009. Ну, тут за все года. Нас интересует последний год. Но я надеюсь, что понятно, да? То есть, если у вас товар находится внизу или идет вниз график, значит, его лучше не покупать. Лучше подобрать что-нибудь другое, где у нас график идет вверх, как здесь. Ну вот теперь смотрим, видите, он как скачет. Вот здесь вот тынц-тынц, вот такие вот. То продается, то не продается, то продается, то не продается. Ну или наоборот, не продается. И теперь вот смотрите, с октября 2015 года и по январь 2016 года товар в тренде. Вот он идет график вверх, видите как. То есть все, я не знаю, там после у них ногти что ли заросли у всех, и они там пытаются все отстричь себе. Ну, в общем, такой хороший показатель того, что товар будет продаваться. Ну, это такие минимальные инструменты, которыми я вам показываю, как пользоваться, и вы должны ими пользоваться, торгуя на площадке Spinboard. Это, ну, вот мы переходим на этот сайт. И он тоже является таким помощником по товарам, которые вообще у нас
сейчас в тренде. Вот видите, здесь вот эти вот продукты популярные. И вы их также можете найти, или вот это вот уже можно заняться дропшиппингом, найти здесь какой-то товар, который вам нравится, и который есть на Амазоне, потом посмотреть на eBay, и все это сделать, вот эти вот перекрестные ссылки, то есть вы с Амазона будете там заказывать, там, и все будет делаться за вас. Вот в чем весь прикол, ребят, что вам не нужно этот товар иметь дома. Это не какой-то вам сетевой маркетинг, это реальный новый бизнес. Вот в Америке он уже работает давно, и уже русские люди, кто уже прошарил эту фишку, тот уже зарабатывает там по 35, по 50 тысяч долларов в месяц. Просто работая на Амазоне, перепродавая товары в месяц. Я думаю, что никому из вас работать будет не нужно, если вы научитесь это делать легко и просто. Ну и вместе с вами мы будем это делать вот по шагам, маленькими-маленькими шажочками идти вот к цели, такой как там, ну, $1000, вот для меня это вот, честно говоря, не заработок. Вот для вас, возможно, первые шаги там на спинборде заработать первые $1000, вложив 200, перепродав это все. Вы когда продадите первые товары и когда вы получите первые деньги, там, вложив 200 и получив там 1000 или 1500, у вас просто, я даже не знаю, сколько у вас будет энергии потом, и вообще вы будете довольны собой. И я думаю, что через там вот полгода вам, я думаю, надо поучиться, если вы даже работаете на какой-то работе, там может быть год, да, мы с вами все это будем проходить, и потом я думаю, что вам не нужно будет, если вы не любите свою работу, ненавидите, вот я вам рекомендую с нее просто уйти. Мы это все посмотрели, выбрали товар, вот почему-то его пока, наверное, не дошли до него, все-таки пока его никто не купил, ну вот я приобрету здесь сейчас при вас 15 товаров. Вчера я показывал, как это делается, как положить деньги на счет. Нажимаем на любую кнопочку, вот эту вот слева, Buy this product. Сейчас он прогрузится. И чтобы заложить вам денежку, вот нужно нажать вот на эту кнопочку Get more credit. И вот здесь вот заполняете все данные. Вот ваши карты. И прям сразу, как вы только заполните, сразу деньги у вас будут на счету. Так, вот я вышел обратно. Сейчас, секундочку. Так, ну и вот смотрите, я обратно зашел. У меня здесь максимально 15 кредитов я вчера, ну, на $15 для пробы. Я говорю, вот при вас следующий мой обзор будет, когда я буду заводить, ну, завтра, скорее всего, $75 точно. Может быть, на этой неделе еще 75. Просто двумя частями по 75 вы можете вложить сразу 150. Вот. 57 у нас центов стоит этот товар. Я просто вам сейчас покажу, приобрету один товар, не буду я сейчас на всю сумму, хотя сейчас я посмотрю, сколько у нас получается. $15, хватит нам? Ну да, наверное, хватит. $15 делим на 0,57. 26 товаров мы можем купить этой, ну, этих вот, этого продукта. И мой совет: не покупайте там по одной штуке, по две. Вот этого делать не нужно. Покупайте сразу максимальное количество, если вы задумали какой-то товар. Потому что у одного моего партнера, вот он присылал, он там купил одного там 3 или 5. В конечном итоге у него там снизились. То есть второго товара он уже мог покупать 12, а не 15. И вот этого делать не нужно. Если вы покупаете, то покупайте. Выбрали товар, посмотрели, что он в тренде, посмотрели цену на Amazon, все покупайте максимально. Вот 15 штук мы будем покупать. Теперь смотрите следующее. Что у нас вот эти вот две галочки обозначают? Вот это если у вас есть лицензия на Amazon и привязан аккаунт к этому бизнесу, да, если вы торгуете на Амазоне, то вы ставите галочку вот здесь вот. И можете сами пересылать товар, там вот заниматься, ну не сами, я имею в виду, электронно там это все оформлять, в одном магазине покупать, там доставку, там все оплачивать и потом все это перепродавать. Это, возможно, вы им больше денег заработаете, я пока не знаю. Но пока нам это не нужно, у нас нету аккаунта на Amazon, и в ближайшее время мы его заведем.
А вот здесь вот нужно поставить галочку, это то, что вы соглашаетесь с тем, что этот продукт за вас будет продавать компания. И вот смотрите, у нас здесь минимум реальная цена 8,55. И вот здесь вот мы можем выставить свою цену. То есть в конечном итоге, видите, у нас все комиссии тут $1.20. И мы уже посмотрели на Амазоне, что ориентировочно эти все вещи вот эти вот можно продать тут и $17, и 7, и 6. Ну не факт, даже я имею в виду, не думайте, что если здесь 6,53, что нужно поставить самую минимальную цену. Я говорю, вот если компания вам предлагает продать уже за 8,55, то делайте еще 20-30% накрутки. То есть получается, можно поставить там $10.99. По-моему, великолепная, да? Тут видите, какая разница? Вы купили за 57 центов. С Китая это, скорее всего, товары, они там где-то там на складе лежат. И покупается там вообще по центу за копейки. Потом Infinia это где-то там реализовывает и вот предлагает вам вот на таком вот бизнесе делать деньги. Вы спросите, а почему компания сама этим не занимается, не перепродает? Ну потому что чем больше продадим мы, тем больше они заработают процентов, потому что они сотрудничают со всеми площадками, потому что есть договора с этими площадками, потому что они берут проценты. Вот с этих $11 тоже везде возьмутся комиссии. На Амазоне, если будет продаваться на Амазоне, на eBay там, и так далее. И в конечном итоге с этих $11 вы получите около 5-6. По-моему, это неплохо, ребят. Купить за 57 центов и заработать в 10 раз больше, ребят. В 10. Вы какой-нибудь хайп мне покажите, где так можно заработать и работать, где можно годами. И что этот проект будет работать годами, этот хайп. Вот вы не устали от скамов и всего этого говна? Извините меня. Вместе с вами я зарабатываю. Зарабатываю на вас, что зарабатываете вы. И вместе мы с вами строим этот бизнес. Все, поставили эту цену, нажали Submit. Резерв сделан. Так, ребят, дальше. Где посмотреть, что у нас товары в резервации, вот которые мы сделали? Мы также переходим в спинборд. Жмакаем на эту кнопочку. И товары, которые в резервации, у нас находятся вот здесь. Third Party Reports. Вот видите, вот у нас один товар в резервации. Вот их уже, видите, 39. 15 я еще купил, осталось 435. Все этого товара я больше купить не могу, потому что нужно там одного 15, другого и так далее на всю сумму. Теперь второе. Я вам сейчас покажу, какой товар лучше не покупать на данный момент времени. Как сделать тоже такую статистику, ну, проследить и как проанализировать. Ну, смотрите, даже далеко ходить не надо. Рядышком со своими ножницами я нашел товар, уже все проверил. Вот такие вот, я так понимаю, заколки для headband или ручные headband, для головы заколки какие-то. Вот мы берем вот это вот название, тоже цена 45 центов и куплено, как видите, всего 5 из 144. Копируем название. Ну, посмотрим, во-первых, сколько они стоят на Амазоне. Вставляем, нажимаем поиск. Ну и видим, тут цена вот и за $9. Там, я так понимаю, можно тоже там на этом хорошо заработать. В принципе, вот они, видите, по $13. Всяких тут листов много. И то же самое, вставляем вот эти вот handband. Вставляем вот сюда, в Google Trends. Нажимаем и смотрим. Вот видите, график как идет, как он отличается. То покупает, то продают. Ну, график совершенно отличается от предыдущего. Точнее, что то покупает, то не покупает.
И вот здесь вот, смотрите, у нас динамика просто с октября идет вниз, ноябрь, декабрь, вот немножко там продавались эти заколки, или я не знаю, что там для головы. И потом с декабря вот по январь идет вниз. Все, видите, вниз идет, все, давайте пропускаем товар и идем дальше, ищем абсолютно другой товар. Вот и все, в принципе, вот чтобы работать на спинборде, это все. Вот для начала, что вам нужно знать, чтобы выйти там на хороший старт. Это пригласить двух людей, если вы даже не умеете приглашать ребят. И еще хотел с вами поговорить со всеми, со своей командой. Я не хочу слушать от вас слово «я не могу», «я не умею приглашать», «я не...» там, ну, праздные ваши, там, «я не могу», это... Вы сами себя делаете маленькими, делаете беспомощными. Вы же не такие. Нету для человека ничего невозможного. Я вас не заставляю. Есть свои плюшки и есть свои такие, ну, фишки, которые я хочу узнать. И я считаю, что это бизнес будущего. И если мы с вами сейчас будем в числе первых, то я думаю, что и все мы с вами будем нормально зарабатывать через год, там, через два. Да, это нелегко, но мы всеми маленькими шагами к этому придем, ребят. Все мы придем к хорошему заработку. Главное убрать из головы свои вот эти вот мысли. Я не могу, я не хочу, я не буду. Я вообще уже давно не пользуюсь этими словами, потому что я уже давно из обихода, наверное, уже на протяжении там 5 лет, ну, ближайшие, наверное, 3 года, как раз когда я пришел работать в интернет, я вообще ничего тоже не умел. Ни приглашать, вообще не знал никаких ни бизнесов, у меня не было денег вообще. Я там копейки вкладывал, там, по 5, по 10 рублей, ну, образно, там, по 100 рублей, в какие-то игры экономические и так далее. И пришел к результатам плавными шагами, да, это было медленно, но... Вот я понял одну вещь. Вот знаете, как можно добиться быстро результатов и иметь хорошее развитие? Нужно просто всегда себя ставить в жесткие условия. Не в комфорте жить, не в ваших там, ну, в жизнях, да, простых. Работа, дом, выходные, там, гулянки, какие-то праздники. Алкоголь и все это вообще, ну, от чего я уже давно отказался. И, кстати, еще одна фишка, почему я добился таких результатов. Я тоже вам скажу секрет. Я полностью и раз и навсегда отказался от употребления алкоголя.